Всем огромный привет, рада всех видеть на канале. И сегодня просто гора у меня парфюмерных посылок, которые нужно срочно распаковать, иначе я просто не засну. Я не буду сегодня описывать ароматы, будет лишь только первое впечатление. Первые впечатления, они, как правило, всегда какие-то верные, и они дают понять, нравится аромат или нет. Мы рассмотрим посылки из интернет-магазина Рандеву, Литуаль и Натина. Я расскажу о всех плюсах и минусах этих сайтов. Давайте начнем. С какой посылки будем начинать? Эники, беники, ели, вареники. Давайте начнем с Натина. Так уж и быть. И что у нас тут? Вот такая вот карабулька. А здесь с другой стороны информация, поэтому я ее перевернула. Но слово Натина здесь видится очень-очень четко. А лежали в таких вот целлофановых каких-то мультифорках накладные. Поэтому я их убрала. И, конечно, скрываем все это дело на камеру. Я знаю, что я заказывала. Здесь у меня память не отказала. Ждала эту посылку недолго. С Натина вообще посылки идут моментально. В Новосибирск она дошла где-то, наверное, дней за 5, а то и за 4. Все они оформляют курьерской службой. Очень удобно. Если не устраивает курьерская служба, можно, допустим, заказать на отделение Почты России. Ну, тут на усмотрение того, кому как удобно. Я иногда заказываю так, иногда по-другому. И чаще всего я делаю оплату при получении. Мне так удобно. Я не беспокоюсь за свои деньги, потому что сайт все-таки не наш. И, возможно, может произойти так, что денежки где-нибудь подзависнут и, к сожалению, мы их можем потерять. Что-то мне не хочет ничего распаковываться. Хорошо запаковали. Коробочки, кстати, хлипенькие, но это вроде бы как ничего. Она как-то здесь чем-то уплотнена. Так, вот так вот все запаковано. Вау, я уже вижу, и давайте я буду все поподробнее показывать и рассказывать. Девчонки, сбылись мои реальные мечты, и то, о чем я мечтала, я дождалась тех самых крутых акций, и я заказала эту парфюмерию просто за копейки. Ну, не будем, конечно же, вас интриговать долгое время, а все посмотрим. Так, а тут в красном пакетике мне еще вложили, кстати, подарок, потому что на сайте реально давался в этот момент подарок. Ну, начнем, наверное, с первого аромата. Так, а с какого? Наверное, с вот этого. Или с вот этого. Наверное, я уберу все-таки коробку, потому что она конкретно мешается. И поэтому начнем мы с аромата, который красненький. Все, снимаем упаковочки вместе с вами на камеру. И кто уже догадался, что это, то поняли. Это Love от Chopard. Наконец-то он у меня есть. Это 50 мл. Я ждала на него шикарную скидку. И, по-моему, за 2200 или 2300 он мне достался. Все приходит заслюдировано. Коробка просто неподъемная. Такое ощущение, что здесь не 50 мл, а 300 мл. Ну, здесь и сам флакон. Он довольно-таки увесистый и просто мега-мега красивый. Аромат с розой. Как я сказала, описывать сегодня не будем. Лишь только послушаем аромат на первый взгляд. А потом, конечно, будет отдельное видео, где мы поговорим конкретно об этих ароматах, как они себя проявляют, и сделаем уже окончательное какое-то мнение, окончательный вердикт. Посмотрите, какая просто эта красотища. Но это нечто, я не знаю, как можно такую красоту просто не иметь у себя в коллекции. Этой крышкой реально можно кого-нибудь убить, если постараться и пульнуть кому-нибудь в бошку, кто очень сильно достанет. Ну и сам флакон, он прям роскошный. Все тяжеленная крышка, тяжелее самого флакона. Вау! Сбылась мечта, конечно, об этой парфюмерной воде я реально мечтала. Я хотела взять 30-ку, но там крышечка такая круглая, и я хотела именно такую, а она шла в полтиннике и в сотке. Все круто. Теперь я буду спокойно пользоваться и наслаждаться буквально этой парфюмерной композицией. Очень сладкий аромат, действительно, с розой. Что-то такое наподобие у меня уже есть, и, конечно, это направление для меня, оно какое-то знакомое, оно какое-то такое завораживающее. Этот аромат будет мега стойкий, сразу ощущается даже по его старту, такому прям резкому, термоядерному, в хорошем смысле этого слова.
Боже, это восторг, это восторг. Больше ничего говорить не буду. Давайте будем рассматривать следующие покупки. Как бы лучше сделать, чтобы это все очень-очень красиво смотрелось. И второй аромат, который я тоже купила выгодно. Нужно было сделать на 4000 заказ, чтобы была бесплатная доставка. Поэтому я думаю, ну что заказывать один флакон. Нужно, в общем, разгуляться и взять еще то, о чем я действительно мечтала. И вы знаете, как раз на этот парфюм была тоже классная скидка. Давайте будем его вместе распаковывать. И смотрите. Это Fresh Daisy Марк Якобс или Джейкобс, но вообще они пишут, что Якобс. Не знаю, как правильно. Здесь 30 мл, и это туалетка. Но туалетные воды я уважаю не меньше парфюмерных и чаще беру именно в туалетках, потому что они на мне более носибельные, чем парфюмы. Но не всегда. Постараюсь сейчас вскрыть без того, чтобы разорвать слюду, если у меня это получится. Да, у меня это получилось. Слюда, кстати, такая прям качественная, хорошая. Ну и давайте будем смотреть всю эту красоту. Боже мой, я уже это вижу и... Ой, какая же это милота, какая маленькая, такая прям мимимишка, очень легкий флакончик, но сами цветочки, они настолько красивые, настолько нежные, они, конечно, как игрушечные, но в любом случае мне это нравится, а я бы не отказалась от полтинника, вот честное слово, именно этого аромата или вообще всей коллекции ароматов от Марка. Ну давайте будем тоже тестировать и... Первые впечатления, я не знаю, только начала тестировать, это второй аромат, нужно будет, наверное, еще у кого-то взять руки взаймы, чтобы все это дело получше понять. Ой, блин, какая же я радостная. Ой, боже, это цветы, это весна, это солнце, это небо, это природа. Ой, да. Аромат просто бомбический, аромат просто крутой, женственный, ни к чему не призывающий, аромат свободы и аромат, наверное, прекрасного настроения. Я очень-очень сильно рада. Боже, и достался он мне что-то за 2500, по-моему, но очень-очень дешево. Вся посылка вышла на 5300, плюс в эти 5300 входили какие-то 200 рублей, каких-то страховых, чего-то такого. Ну, не будем вдаваться в какие-то подробности, а лишь только я могу подвести итог, что ароматы вышли, ну, очень бюджетно. Такую цену еще нужно поискать. И, кстати, кое-что по такой цене я нашла и у нас в России. Так, одну посылку мы рассмотрели в виде парфюмерии, и остался здесь еще подарочек. Подарочек – это декоративная косметика. Он шел, по-моему, при покупке или от 1500, или от 2500. И это, по-моему, румяна кремовые, их натиновского производства. Я вообще брала наугад какой-то последний оттенок и надеялась на то, что он будет более-менее носибельный. Ну, давайте посмотрим, конечно, интересно. Что же это за... О, боже мой, это... А, это сухие румяна, что ли? О, боже мой. Ну, красивые, кстати. Сейчас попробую сфокусировать, если у меня это получится. Так, 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 так. Ну, такой прям ничего оттеночек, прям может пригодиться в жизни. Он идет с шиммером, с какими-то перламутровыми блесточками. Ну, не хочет у меня камера, не хочет, не хочет. Ну, вот, я уловила, можно использовать как тени. В общем-то, буду пользоваться. Мне кажется, это довольно такой бесполезный продукт, в частности, для меня. Ну, раз уж дали в подарок, отказываться, конечно, нельзя. Поэтому радуюсь, как слон, данному подарку. Все, на этом посылка на Тина, все пустенькая. Так, давайте будем смотреть следующую посылку. А следующую посылку, я не знаю, что нам посмотреть. Наверное, давайте посмотрим еще одну большую посылку. И это будет у нас рандеву. Что же у нас тут в рандеву? Очень большая почему-то коробка, но, по-моему, я здесь заказала два аромата.
Может быть и три, не помню, вылетело из головы, что-то я как-то переволновалась. Интернет-магазин «Рандеву» бывает делает очень крутые скидки, акции. Я, конечно, воспользовалась всеми промокодами, накатала там какие-то отзывы, потому что за них давались баллы. И, конечно же, все перевела в денежный эквивалент и расплатилась этим, получила максимальную скидку и выкупила свои самые долгожданные и желаемые парфюмы. Так, давайте посмотрим. Кстати, коробка такая прям жесткая. И я надеюсь, что здесь ничего не повредилось. Сверху лежит вот такая вот пупырчатая какая-то воздушная пленка или что-то еще. Так, и тут что-то прям круто все так запаковано. Так, давайте. Вау, тут огромные коробки. Так, ну, короче, они все замотаны, поэтому я, наверное, буду убирать и уже это вам показывать более детально, потому что если сейчас я буду все это брать из коробки, то вы ничего не поймете. Да, здесь два аромата, и давайте начнем с аромата, который поменьше, но он идет просто в такой огромной коробке, и это опять у нас Марк Якобс или Джейкобс, это Daisy Dream. Посмотрите, какая красота, это 50 миллилитров туалетная вода. Вот это я понимаю, полтинник, взять, по-моему, тоже за 2500, это мега-мега круто, мега выгодно, и, по-моему, это какая-то лимитка, если я не ошибаюсь. Называется Sunshine. Давайте тоже вскроем, попробуем без ножниц, чтобы ничего не повредить. Но навряд ли, опять-таки, я смогу это сделать качественно, хотя можно постараться и сделать. Да, вроде бы как все вскрылось. Давайте посмотрим и просто получим зрительный, девчонки, оргазм, потому что по-другому я назвать это дело не могу. Посмотрите, какая просто выглядывает красота из этой коробки. Боже мой, оу! Это вообще, это кайф достать такой флакон, просто его взять в руки, не тестируя, это... Но это я вам не могу описать, вы должны просто сами зайти на сайт Рандеву и посмотреть, есть ли он еще в наличии, заказать для себя. То есть сам аромат говорит за себя, что он солнечный, он позитивный, он на весну, на лето, и он круто будет сочетаться с вот этой вот красивой тридцаточкой. Так, давайте будем тестировать, и сейчас, конечно же, я найду место, и это я сделаю чуть-чуть повыше. Сейчас я вся просто забрызгаюсь этими ароматами, и пускай будет от меня идти сумасшедший шлейф, но он меня не разочарует. Боже, 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 это желтые цветы, какие они душистые, пудровые, обалденные. Да, ароматы все, они между собой перекликаются, у них одна база, я это все знаю, медовость, как правило, присутствует, но меня это прям все манит, и я прям от этого тащусь. Так, боже... Это потряс, это просто потряс, это круть, и это, я не знаю, что это, но это просто бомбически. Ну и давайте будем смотреть, какой же второй аромат, который я заказала в интернет-магазине «Рандеву». Так, и всех, кто сейчас стоит, срочно садитесь, чтобы у вас просто не подкосились ноги. У меня они, кстати, подкашиваются. Вуаля, и это... тоже Daisy, и это у нас также Sunshine, но это Fresh. Я очень сильно хотела Fresh, я хотела в большом объеме, и подвернулась мега скидка на 75 миллилитров. Он, по-моему, и идет в единственном в этом объеме, это снятость, его уже вообще практически невозможно никуда купить. Я хотела его купить с рук у одной женщины, но его перехватили, поэтому я уже была разочарована, что его у меня не будет. Но он появился, этот аромат идет с нотами мимозы, и здесь мимоза, она просто бесподобная, она пудровая, она нежная, она сексуальная, и она очень-очень весенняя. То, что доктор прописал, что я очень сильно хотела. Как бы мне это все вскрыть, чтобы не повредить
саму упаковочку, саму, вернее, даже коробочку. И смотрите, вау! Вау, вау, вау! Посмотрите, какой огромный просто флакон, какие огромные цветы, какие же они классные, они крутые. Сейчас будем тестировать аромат. Первые, конечно же, впечатления. Ох, посмотрите, по 30 миллилитров вот такие вот малышки и по 75 просто вот такие вот огромные, просто роскошные флаконища. Ну давайте, давайте, конечно же, потестируем, снимем эту просто роскошную огромную крышку и ощутим всю ту красоту, которую я ожидала. И наконец-то это все произошло. О, да, о, да. Очень такой прям нежный, свежий аромат с цветочным акцентом. Все то, что я хотела. Посмотрите, три аромата от данного парфюмерного дома. Все красавчики, все просто как на подбор. И они однозначно будут прекрасно вписываться в моей коллекции. Но на этом еще не все. Давайте посмотрим, что еще положил нам интернет-магазин «Рандеву». Вложили Винс кому-то вот такой вот пробничек с ароматом. У меня такой был. Он мне нравится. Я сейчас не буду его тестировать, потому что я уже это делала. Вообще, такое направление меня очень-очень сильно интересует. И я даже хотела его приобрести. Нанотина 1800. По-моему, он стоил или 1900. Ну, как-то я положила в корзину, а потом у меня корзина вся исчезла, и я не стала заморачиваться. Да, еще один подарочек от интернет-магазина «Рандеву». Они, как правило, вкладывают какие-то крема, и тут опять-таки мне тоже вложили что-то кремовое. Не знаю, что это такое, девчонки, буду позже разбираться, не буду просто затягивать обзор. Так, давайте посмотрим следующую посылку, и она не менее классная, то есть коробка от «Рандеву» тоже пустая. Остались ароматы от интернет-магазина «Литуаль». Кстати, с интернет-магазином «Литуаль» у меня произошла такая история. Я сделала заказ, заказала два аромата. И вы знаете, так долго они оформляли заказ, что в итоге те ароматы, которые я заказала, их раскупили. Я внесла предоплату, все как следует. И вы знаете, деньги мне вернулись на счет, но мне-то нужны были ароматы. Я не понимаю, почему «Литуаль» так просто делают. Конечно, мне кажется, если человек оплатил и забронировал эти ароматы, то они должны их просто-напросто нам присылать. Не знаю, как-то с «Литуаль» у меня не складывается любовь, в отличие от «Сефоры» и от, допустим, того же «Ревгош». Так, все, вскрываем. Меньше болтовни, больше дела. Так, здесь я информацию постаралась убрать, но... Но, как вскрыть, что-то я вот не могу понять. Но хочется это сделать все на камеру. А, все, я разобралась. Вот такая вот карабулечка, которую мы сейчас откроем. Здесь лежит у меня один аромат, потому что один все-таки остался, а один удалился. Удалился тот, который я тоже очень хотела, но этот, слава богу, что он не удалился и пришел мне по большой скидке. Так, смотрите, 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 это новиночка 2021 года, конца 2021 года, Элиан от Мюглер, это Годиес, я очень сильно его тоже хотела, безумно, 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 30 миллилитров, шла огромная скидка, он и так шел что-то 2900 или 3000, плюс там какие-то промокоды я провела, платила на сайте, еще списалась 2% минусом, ну и в целом, в общем, получилось, по-моему, 2500 или 2600 или 2800. Чек найти не могу. Сейчас, если найду в коробке, посмотрю. Представляете, в коробке нету чека, но зато есть вот такая вот карта. Да, они вкладывали в виде подарка какую-то сапфировую или какую-то карту. Да, сапфировая карта. Ну, не буду светить номер, но вы понимаете, что если делаешь заказ свыше, по-моему, 8000, то там какая-то еще карта больше бонусом. Но я не знаю, кто пользуется этими картами. Мы в основном ждем скидки там 40-50%.
и тогда делаем заказ. Здесь, по-моему, 25, что ли, процентов скидка. Так, ну и давайте будем вскрывать, конечно же, сам аромат. Та самая, просто всеми любимая звездочка, которую они запаковывают. Скотч с этой звездочкой. Ох, как же приятно его сейчас раскрывать и просто даже от этого кайфовать. Все ароматы я вскрыла просто безупречно, не повредив ни одной слюды, ни одной коробки. Поэтому я умничка, я молодец. Посмотрите, какой принт. Кстати, на коробках с аналогичными их ароматами, фланкерами и классическим, там, по-моему, нет такого принта. Это что-то новенькое. Ну и вскрываем и смотрим, что же тут у нас за пришелец такой, который просто прогремел на всем YouTube. И вообще, в принципе, конечно, этот аромат, он заинтересовал многих. Вот она, эта золотая, просто милейшая штуковина. Флакончик просто бомбический, просто обалденный, просто кайфовый. И, конечно же, сейчас мы будем тестировать аромат. Я надеюсь, что сейчас этот аромат, он быстренько на мне усядется. Я тестировала в маленьком промничке, и когда я сделала первый затест, это было еще в 2021 году, он мне сразу же понравился, и мне хотелось его купить еще тогда, но я ждала скидки, дождалась. В Литуале были самые приятные цены на ароматы парфюмерного дома Тьерри Мюглер, 50%, но они не давали никаких подарков. Хотя в Сефоре, по-моему, или в Ревгош шел еще вот такой вот Элеон классический в парфюмерной воде 6 мл в подарочек при заказе на 3500. Так, все, давайте будем тестировать. Так, куда бы мне протестировать? И да, это то, что достойно просто быть действительно в коллекции, и это то, что я очень-очень сильно люблю вот в таком вот направлении, в таком ключе. Ароматы, они просто бесподобны. Это и цветы, и гурманика, и кокосовые такие прям акценты. Это просто взрыв мозга. Круто, очень-очень круто. Ничуть не жалею, что я приобрела. Единственное, конечно, жалею, что 30-ка. Этого аромата я бы хотела иметь как минимум полтинник, а лучше, конечно, в соточке. Так, ну и давайте, конечно, посмотрим в целом всю картину моего заказика. Она очень красивая, она просто обалденная. Просто бомбическая. Посмотрите, 5 крутых просто ароматов, красавчиков, которые пришли мне сегодня. Я их все сразу же разом получила. И, конечно же, я просто не могла не снять все это одним обзором, чтобы вы все увидели эту красоту тоже разом. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь каким-то своим мнением. Возможно, у вас эти ароматы есть, и, может быть, они вам не нравятся. Вы об этом обязательно напишите. Ну, а я буду прощаться. Всем удачи, счастья, здоровья и пока-пока.